Так, народ, всем привет. Сегодня ко мне попал телефончик на обзор. Nokia 5820. Вот, и поставщик меня сегодня немножко удивил и прислал в такой вот хорошей упаковочке. Такая она вся мягенькая и хорошая. Мне хватает, конечно. Будем смотреть, что там внутри нам прислали. Так, вот такая вот коробочка у нас как всегда синенькая. Фишечку можем сорвать уже. Не будем брать его. Оставлю, ладно. Так уж и быть. Так, поставим еще вот по комплектации. Сам телефончик. По комплектации как всегда. Тут зарядное устройство, наушники, USB кабель и ману. Единственное, что только диска нет. Так, это пока в сторону положим. И вот телефончик наш. Наш телефончик. Вот такой вот у нас. Так, тут сдвоенная вспышечка. Как на Nokia 96. Плотненько прилегает, ничего не скипит, не вестит, все хорошо. Так, сейчас посмотрим, что там внутри у нас. Стилус есть. Вот у нас есть вот тут вот стилус. Так, батарейка не заклинена. Под ней еще есть, под ней инфу по телефону, все такое. Так, закрываем. Неправильно закрываем. Так, какой еще стилус, таскаться стилус. Вот такой вот у нас стилус. Закрываем, включаем. Завелся. Так, сейчас посмотрим, что там у нас по русскому языку. Так, русский язык уже стоит. Звук. Так, что со звуком? Угу. Так, надо бы проверить звук, что ли. Непривычный, конечно, экран. Он резистивный. Приходится давить. Так, обычные функции. Строить. Ага, без сим-карты не хочет. Интересно. А, не, нормально. Что-то есть. Плохо играет, нормально. Качество хорошее, звучание, экранчик нормальный. Все работает, в принципе, хорошо. Такой шустренький. В принципе, хороший телефон, можно пользоваться. Все, всем спасибо, пока.